мама вернулась из магазина и купила много разных товаров. Что-то съедобное, а что-то несъедобное. Давай карамельке отдадим все, что можно съесть, съедобное, а коржику все, что нельзя есть, несъедобное. Это мяч. Мяч съедобный? Можно его есть? Нет, отдаем коржику. Это апельсин. Апельсин съедобный? Можно его есть? Да, отдаем карамельке. Это капуста. А капусту можно есть? Она съедобная? Да, отдаем карамельке. Это кубики. Кубики съедобные? Их можно есть? Нет, отдаем коржику. Это банан. Банан съедобный? Его можно есть? Да, кому отдаем банан? Коржику или карамельке? Карамельке, молодец! Это ведро. Ведро съедобное? Нет, отдаем коржику. Вот мы и разобрали все покупки, которые принесла мама домой.